Новое оборудование в больнице вовсе не дает гарантии того, что системные проблемы уйдут. Ранее в нашем выпуске мы уже упоминали о том, что многие горожане сталкиваются с трудностями, когда дистанционно пытаются записаться к врачу. Тогда в областном Минздраве обещали прокомментировать ситуацию. Ответ медики озвучили во время прямого эфира на своей официальной страничке. Как оказалось, на практике возникают трудности. Одна из таких проблем – количество специалистов на госуслугах. Их там пока всего 14. Также есть технические сложности с сайтом и мобильным приложением «К врачу 38». Но часто невозможно записаться к доктору просто потому, что все приемное время занято. Если данные способы не помогают, в Минздраве рекомендуют набрать номер 122. Правда, туда бывает сложно дозвониться. А пожилые люди жалуются на то, что им не просто разобраться с меню голосового навигатора. У нас реализовывается данный механизм взаимодействия с порталом госуслуг. При внедрении этого программного обеспечения, доработки, технические ошибки возникают. Иногда происходят сбои. У нас подрядная организация сейчас занимается устранением этих проблем совместно и с нами, и вот еще с ведомствами Иркутской области.